Всем привет! У микрофона, как всегда, я Стриж. По названию ролика вы поняли, что я выкладываю очередную сборку на свой канал. Но она не такая, какую вы наверняка себе представили. Эта сборка подойдет больше для тех, кто не хочет с нуля собирать все плагины для стабильной работы. В этой сборке есть все для стабильной работы других модификаций. Можете дополнить эту сборку чем угодно. Проще говоря, это почти пустая сборка на основе ENB, нужных плагинов для стабильной работы и карпака. Больше в ней ничего нет. Но спрашивается, Стриж, зачем ты опубликовываешь эту сборку, если она такая пустая? А я вам отвечу. В общем, если вы, к примеру, начинающий ютубер или решили собрать свою собственную сборку для комфортной игры, то она вам подойдет просто идеально. Вам нужно всего лишь загрузить модлоудер своей модификации, либо в Clev или сам функс папки свои плагины. С этим у вас проблем не будет. Плагины и модификации должны стабильно работать и не вызывать никаких ошибок. Данную сборку я проверил несколько раз на наличие крашей, даже побывал в большом скоплении людей и машин на Trinity RP. Кстати, я играю на втором Trinity RP, указываю у них при регистрации Raymond Sullivan и вводимый промокод #Стриж, который даст тебе 50 тысяч на развитие. Вводить промокод нужно при регистрации, после того, как укажете мой никнейм. А если вы это уже сделали, то огромное спасибо. Таким способом вы меня поддерживаете. Сейчас я вам перечислю, какие плагины присутствуют в этой сборке. Первое — это CamHunt, позволяющий вам передвигаться с помощью камер по всей локации игры, делать красивые скриншоты и кадры. Второе — это Clev Fast Connect, для быстрого подключения на заполненный сервер. FPS Unlock, снимающий ограничения кадров вашей игры. Sensitivity Fix, фиксит сенсу вашей мышки, чтобы не было резких движений. Ну и другие плагины по мелочи, которые делают вашу игру более комфортной. Кстати, эта сборка рассчитана для средних ПК, но если вы обладатель слабого компьютера, а поиграть все равно хочется, то вы можете скачать данную сборку, и вам нужно всего лишь удалить файл с названием d3d9.dll. Теперь вы можете играть на данной сборке на своем слабом ПК, правда уже без ENB. Но ради хорошего FPS приходится чем-то жертвовать. А лучше на самом деле не еврейничать и обновить свой компьютер. Сейчас средняя видеокарта стоит не больше $20 на БУ рынке. Поэтому, ребят, не нужно экономить на своем FPS. А пока ролик потихоньку подходит к концу. В прошлом ролике я разыграл 100 рублей. Победитель этого конкурса становится вот этот пользователь социальной сети YouTube. И сразу же стартует новый розыгрыш на 50 тысяч игровой валюты на Trinity RP. Условия все те же. Поставить лайк под ролик, написать любой комментарий и указать ссылку на свой ВК. Или же свой никнейм на втором Trinity. Результаты будут также в следующем ролике. А на этом все. У микрофона был Стриж. Всем пока!